Юные инспекторы движения снова в сборе. В детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка» приехали учащиеся 4-9 классов из 18 отрядов, действующих в общеобразовательных учреждениях городского округа. Сегодня проходят обучающиеся занятия для участников проекта. Их проводит отдел ГИБДД совместно с сотрудниками центра «Лесная сказка». Дети сегодня готовятся к 5 конкурсам. Названия этих конкурсов говорят сами за себя. Дорожные знаки и их группы, безопасный маршрут, дорожная головоломка, знатоки правил дорожного движения и знание основ оказания первой доврачебной помощи. Овладевать навыками первой помощи пострадавшим ребятам помогал тренажер-манекен Гоша. Повязка, чтобы при транспортировке было меньше сотрясения дополнительного, и обязательно транспортируем в положение лежа, голова на бок. В немалой степени работа отрядов юных инспекторов движения помогает снижать количество ДТП с участием детей. Они помощники наши госавтоинспекции, они где-то старшим, уже пожилым людям объясняют о правилах, напоминают. Детки, вот у нас в каждой школе есть отряд ЮИД. Вот. И мы с ними проводим мероприятия. Также приходим в начальные классы, в старшие, либо это какие-то слеты. Вот. Они помогают нам объяснять детям о правилах безопасности дорожного движения. Мы также, когда узнаем правила, можем научить других помладше, научить правилам движения, как правильно ходить по дорогам, как вести себя на дороге, как должен вести себя пешеход также. На этот раз занятия по транспортной безопасности были нацелены на подготовку ребят к муниципальному слету юных инспекторов движения, который состоится здесь, в центре «Лесная сказка», 2 апреля. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.